утро. Сегодня 18 апреля, и с вами Камила Хакимуллина. Неделя в самом разгаре. Вечером в Казани будет происходить много всего интересного. Внимание к сюжетам! Чемпионат России по спортивной гимнастике. Сильнейшие гимнасты страны во второй раз соберутся в Казани, чтобы побороться за звание чемпиона России 2018. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, а также молодые перспективные спортсмены продемонстрируют зрителям всю палитру этого уникального вида спорта. Первый фестиваль «Дуслык Купере». Ярчайшие звезды татаро-башкирской эстрады на одной сцене. Невероятные декорации и световое шоу, суперхиты и лучшие образцы классической песни. Новая интерпретация ретро-композиций и традиционное чистейшее исполнение народных мотивов. Амбициозная молодежь и легендарные мэтры эстрады. Это нельзя пропустить. Разнообразный получается вечер, не правда ли? А сейчас хочу рассказать вам о замечательном концерте. Подробнее в следующем сюжете. В Казани состоится концерт симфонического оркестра под управлением Лео Кремера. В программе произведения Мендельсона, Штрауса, Гильмана. Приходите! Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Пока-пока!